Приветствую всех, друзья. Время уже начало октября. Вышел на охоту походить, погулять немножко, выгулять ежа 54-го, 12-м калибре. Иж-54, 1965 года выпуска. Все уже его знаете. Посмотрим, что получится, не получится добыть. Утки знаю, что мало. Парни говорят, вообще не летают толком еще. Сидят там одна, пролетит одиночка, либо стайка, и все где-то мимо. Посмотрим, еще нет, чтобы нормально потом расходить как бы на охоту побольше, подольше. Сейчас пока так, часа на полтора максимум схожу, погуляю. Может, что будет, может, не будет. Вот так вот. Очень много людей спрашивают про рюкзак вот этот вот. Парень, этому рюкзаку уже лет 7 точно. Это так, лет 7. Хожу с ним постоянно. Покупал у нас в городе. Ссылок по этому нет. Называется Диверсант, если кому интересно. Сейчас патрончики заряжусь. Все нормально сделаю. С коробочки. Патронтаж нужно восполнить. Рюкзак надо постирать тоже. Здесь уже так кровь на кровь, пух и так далее. Патрон в россыпи когда таскаешь в этом подсумочке, они получается лежат, болтаются как попало. Пачку закидываешь, пачка соответственно просыпается. Поэтому буду носить опять в таких штуках. Для этого носил от катушки, у меня рыболовная была. Сейчас вот такая штука специально. Ножичек новенький. Вот такой вот. Кому интересно будет спрашивать, если что. Попробую потом им поработать нормально. Сейчас пока не работаю. А так вот такая лента крутая на 50 патронов. Соответственно, свернем ее обратненько сейчас. 20 штук где-то здесь закинуто, не больше. Патронтаж немножко восполним. То патронтаж уже полупустой стал. Соответственно, за все эти охоты. Всегда нужно держать его полным, чтобы не было пустым. Потому что патронтаж идет на 24 патрона, соответственно. А сбоку у меня здесь всегда пули первые. Вот они, пули. Раз, два, три, четыре, пять штук. Дальше уже пошла дробь. Соответственно, эти минус 5 не считаем, остается 19 патронов. А когда с пятизарядкой ходишь, сами знаете, патроны летят только в путь. Патронташа заряжаешь, сразу пятерку отстреливаешь, еще пятерку заряжаешь, там остается 9 патронов. Как бы ни о чем. А так вот, приходится с собой таскать минимум пачку. В итоге я с собой таскаю, бывает 50 патронов, бывает и 70. А так, все, заряжаемся. Обе четверочки. Правый ствол, 0,5, полущок, и левый ствол, тащок здесь идет. На скидку ружье, в принципе, удобное, но с пятизарядкой не сравнишь, это уже другое совершенно. Все-таки это двустволка, два ствола, схождение их примерно 30 метров идет, насколько я знаю. Целиться здесь удобно, в принципе, видите, да, идет целик сам, широкий, да, но он, получается, идет как лодочкой, и на эту лодочку ловишь мушку и стреляешь. Поэтому я больше люблю горизонталки, чем вертикалки. Вертикалки тоже, конечно, удобные, но, не знаю, привык я с горизонталками ходить, с 13 лет с ними охочусь. Именно с горизонталками. Первый был 1058, конечно же, в 16 калибре. Легкое ружье, точное, как бы беспроблемное. 54-ка, это еще старше. Хотя нет, тот был 61-го года, это 65-го года. 55 лет этому ружишку уже. Так что еще поработает, думаю, без проблем. Сейчас походим по озерам, может быть, еще и будем, и добудем, как говорится. А так, все, все это убираем дело. Потом патронами пополним на максимально полный, все тут лезет. Можно и документы, в принципе, носить. Не об этом сейчас речь. Все это дело убираем. На низ рюкзака. Большая сумка для видеосъемки. Соответственно, у меня тоже здесь. Нож на ремень. Погода отличная. Солнышко светит. Давно такого не было. А только это было такое время, что все дождями заливало и заливало. А так, погода хорошая. Ветер единственный. Ветер только очень слабый. Был бы посильнее, было бы, конечно, намного лучше. А так, сейчас походимся, походим. Повезет, не повезет, значения не имеет. Сейчас я на утку уже не ходил. Примерно, я вам скажу, больше недели. Дней 10 точно я не ходил на утку. Потому что сейчас ходил обычно на Боровудич. Как бы выходные, сами понимаете, редко. И поэтому как получится. Сейчас походим еще, октябрь у нас впереди. Только начало еще. Так что давайте смотрим. Все вопросы какие будут, пишите в комментариях, по возможности отвечу. Либо в описании под видео, все будет. Там утки сидят, штук 5. Сейчас буду пробовать.
остался. Один низко пошел здесь. Надо пройтись обязательно. Посмотреть. Попозже посмотрю. Блин, много было. Была пятизарядка. Можно было положить их тут нормально. Сейчас его заберу пока. Краковые связи были. Озеро обхожу. Потому что глубоко не пройти прямо. Надо вот убрать. Как мне показалось, он зашел на землю, на берег, и там не остался. Сейчас посмотрю. Какие места. Ух ты! Глубоко. Наливаться неохота. О, какие места есть. Листопад все завалил листьями. Опа. А, главное найти его. Так. Стрелял оттуда сюда. Что-то я не вижу никого здесь. Пушинки. Так, и где он? Там пух вижу. Чтоб внимательно смотреть. Вот пух. Так. Мог уползти сюда. Берег вот этот. В корень. Пока смотрюсь. Неужто ушел, зараза? Как показалось, он все уже на берег зашел, сгинул. Да ё-моё ты, а? Реально нету, что ли? Вот здесь он был. Зашёл на глину и всё, голову опустил, лёг. Почему я его не вижу тогда? Куда он мог уползти-то здесь мне? Была пятизарядка, конечно. В лед-то можно было тут настрелять нормально их. А так и промазал, в лед тоже не попал. Странно, почему так, блин? Опережение вроде все по норме взял, как надо, и пока не вижу. Вот такой вот неудачный, полностью неудачный, провальный первый подход. Сидела издалека, вижу, что там меж кочки мутки плавают 3 штуки. Может, 5 было. Подхожу, все нормально, вижу. 2 вместе кормятся, как бы одна кормится, другая простит на кочке. И прямо одна на одной, считай. По ним бах, дробь, по ним все прошло. Давай еще вылетаю, штук, наверное, не знаю, 15, может 20 было. Кряквыч, по ним еще туда в кучку, бах. И нету ничего. Та-то на земле осталась, она на берег только заползла и все затихло. Вижу, что голову опустила и все, готово. Нету. Ушла в итоге. После такой охоты думаешь, почему я пятизарядку не взял? По этим в лед взлетающим можно было еще 3 раза бахнуть и... По-любому что-то бы досталось, и нормально было бы. Тем более к тому ружью я уже привык стрелять, но точно. На застолке хожу раз в год. В лучшем случае. Последний раз в феврале с ним ходил. 2 тетеров взял в лед. Тоже из 6 выстрелов или из 5. А так нету. Вот не везуха-то, а. Можно было кряку взять из связя. Потому что на той стороне связи вроде как сидели парой. Даже по идее можно было 3 утки взять. Как и 2 вместе были. Тут дистанция там 25 метров буквально всего. Не знаю, почему так. Вообще в шоке сам просто. Ладно, пойду еще в лужу пройдусь, но не факт, что утки вообще уже будут. Так как утки что-то маловато. Не летит ничего толком. Вся в тундре сидит. Тепло стоит сейчас плюс 12 или 15 градусов. Как
ковер. Лужа высохла. Так, где-то здесь заходил. Сейчас будет подход к озеру еще один. Никого. Походу нету. Бывает что. Нет утки. Пусто. Может вылететь еще запросто. Как он до последнего была сидит. Ждем и смотрим. Андаторы уже кучу складывают. Рыба булькается тоже. Утки нету. Кого? Нет утки. Бывает. Вот пока один шанс был реально взять утку. Но не вышло. Что-то пошло не так. Бах, бах. Никого нету. Один обранок и тот взял. Хреновенько. Что сказать. Сейчас пойду к лодке, попробуем, может быть, с лодки еще получится взять. Вдруг мне с озера сплавать, может там еще плавает. А может нету там еще, посмотрим. Фух. Конечно, была бы пятизарядка, можно было взять уже что-то. А тут пока не везет. Гастоволка ИЖ-54, отличное ружье. Просто бомба, сказка. Сейчас подойду, еще тут пару луж пройду, может еще будет. А так утки пока мало в этом году. Не в этом году, а в это время. Очень мало. Рызак оставляю в стороне. Подхожу без рюкзака, без там, потому что, чтобы не мешался все-таки, чувствую себя более легко. Сейчас на лодке прокачусь, может, через тревы вылетит еще, потому что на озерах утки вообще нету толком. В одном месте такие были, немного и все. Хотя бы уточку-то надо с ружечкой добыть в этом сезоне. Первая охота все-таки с ежиком-то. Вода почище стала. Солнце высоко еще, время день. Осень, листва почти вся слетела уже. Так немного осталось. Один сильный ветер и все слетит. Утки сидели, но не подпустили, еще далеко улетели. Бывает. Надежда была, что где-то истрел поднимутся, но нет. Вся утка на воде сидит на чистом. Такие вот дела. Время уже октябрь, начало. Утки пока мало еще. Лета нету. Опачки.
Вот такая вот охота бывает тоже. Пустая. Первая пустая охота в этом сезоне. Ну ничего, гуляла не так много, примерно часа полтора, не больше. Богин хороший подход, но почему-то утку не взяла. В итоге ушел один обранок. Жалко, ничего не поделаешь. Ворон здесь много, склюют. Кто-то сыт все-таки будет. Так, стайка она прилетала, штук, наверное, 30-40 утки. Но это было очень высоко, метров, наверное, 150-200 над землей. И шли куда-то мимо, в сторону юга, но это еще так, мелочь. Стайка, видать, какая-то пролетела просто. Основной лед еще утки нету с тундры. Сухари, конечно же, пролетели уже, большая часть, а сырые утки еще толком не было. Гоголя одного видел, можно было бахнуть, но я как раз таки смотрел в другую сторону, где двойка летела, куда сядут. А у меня перед носом, кажется, гоголь вылетел, я потом только обернулся, вот он уже с другой стороны пролетает. И видно круги на воде, что он здесь сидел. Из травы вышел и ушел. А так уже лишь 54, 1965 года. Приклад новый стоит, цевьё новое стоит. Все промаслено, пропитано. Стволы немножко подворонил, чтобы черные были. И все. Будем разряжать. Не повезло сегодня почему-то. Порох ирбис нагорает хорошо. Никакой такой особой грязи-то и нету. В отличие от сокола. Курки спустил, все нормально. Ружье разрядил. Ну все, наша охота закончена. Пойдем домой. Теребить некого, палить некого. Все будет быстро. Посмотрим, сейчас поработаем сколько-то дней, да потом уже опять на охоту сходим. Похожу, скорее всего, уже пятизарядку возьму. Так и была бы сегодня пятизарядка, я думаю, утку все равно взял бы. Никуда не делась бы. Все-таки есть еще три выстрела. Да и первый выстрел, я только не могу понять, почему. Дробь пошла по уткам, один обранок и все. Почему второй не остался? Особь как раз должна быть нормальная, равномерная. Метров 25 стрелял. Но нет, не повезло почему-то. Хотя была четверка на ирбисе. Шьет очень хорошо, бьет кучно. Но нет, почему-то не повезло. В лед выстрелил, вроде куда надо целился и... Нет. Видите, как видите, пятизарядки привыкнешь к одному ружью, берешь второе ружье и уже немножко не то. Надо все равно уже привыкать, все равно другие немножко тактильные ощущения ружья, особенности свои. Привыкать надо, ходить чаще и все. А так я сейчас с ним уже. Ходил последний раз в феврале, это было 14 февраля, охота-то тоже есть. Ладненько, пойдем домой. Всем пока, счастливо, до новых встреч, пишите, если что, кому интересно.